Здравствуйте, дорогие мои подписчики, представляю вам свой новый видеоролик, ушедшие актеры из фильма «Человек ниоткуда», вышедший в 1961 году, всем приятного просмотра. Юрский Сергей Юрьевич, родился 16 марта 1935 года, скончался 8 февраля 2019 года. Роль Чудак. Яковлев Юрий Васильевич, родился 25 апреля 1928 года, скончался 30 ноября 2013 года. Роль Владимир Поражаев. Папанов Анатолий Дмитриевич, родился 31 октября 1922 года, скончался 5 августа 1987 года. Роль Аркадий Сергеевич Крахалев и ему подобные. Гурченко Людмила Марковна, родилась 12 ноября 1935 года, скончалась 30 марта 2011 года. Роль Лена. Мышкова Нинель Константиновна, родилась 8 мая 1926 года, скончалась 13 сентября 2003 года. Роль Оля. Адоскин Анатолий Михайлович, родился 23 ноября 1927 года, скончался 20 марта 2019 года. Роль Миша. Муравьев Владимир Николаевич, родился 23 января 1914 года, скончался 28 августа 1973 года. Роль капитан, начальник отделения милиции. Белов Юрий Андреевич, родился 31 июля 1930 года, скончался 31 декабря 1991 года. Роль Гаврилов сержант милиции. Ходурский Антоний Марцельевич, родился 3 октября 1903 года, скончался 23 февраля 1972 года. Роль Николай Петрович. Савин Петр Николаевич, родился 1 февраля 1906 года, скончался 8 апреля 1981 года. Роль Дмитрий Петрович Крылов. Кольцов Кутаков Виктор Григорьевич, родился 23 ноября 1898 года, скончался 25 января 1978 года. Роль эпизод. Тусузов Георгий Баронович, родился 27 марта 1891 года, скончался 2 февраля 1986 года. Роль старик племени Топи. Тарасов Павел Парфеньевич Павлович, родился 11 июля 1898 года, скончался в 1965 году, роль член спортивного общества. Троиновский Михаил Константинович, родился 7 ноября 1889 года, скончался 4 декабря 1964 года. Роль профессор антропологии. Александров Иван Николаевич, родился 1 мая 1904 года, скончался 27 июня 1962 года. Роль член спортивного общества. Лобов Лев Николаевич, родился 14 мая 1927 года, скончался 26 мая 2018 года. Роль член спортивного общества. Брылеев Валентин Андреевич, родился 1 мая 1926 года, скончался 18 декабря 2004 года. Роль представитель племени Топи. Миляр Георгий Францевич, родился 7 ноября 1903 года, скончался 4 июня 1993 года. Роль электромонтер. Моргунов Евгений Александрович, родился 27 апреля 1927 года, скончался 25 июня 1999 года. Роль топи-повар. Никулин Юрий Владимирович, родился 18 декабря 1921 года, скончался 21 августа 1997 года. Роль милиционер. Нетрибин Даниил Матвеевич, родился 7 мая 1928 года, скончался 21 февраля 1999 года. Роль член спортивного общества в желтой футболке. Куликов Георгий Иванович, родился 9 июня 1924 года, скончался 24 декабря 1995 года. Роль помощник режиссера в театре. Киреев Юрий Ильич, родился 16 октября 1923 года, скончался 10 марта 1988 года. Роль шофер поливальной машины. Чаева Виктория Леонидовна, родилась 3 июня 1929 года, скончалась 29 октября 2006 года. Роль билетер в театре. Стрелин Павел Васильевич, родился 7 января 1902 года, скончался 22 мая 2000 года. Роль профессор. Никитич Николай Николаевич, родился
12 мая 1889 года скончался в 1963 году Роль Гремёр.